Всем здравствуйте, меня зовут Асламханов Амир Хизриевич, мне 18 лет, родом я из Дагестана. В Санкт-Петербург я приехал полтора года назад и работал я на кондитерском складе. Ну, найм мне как-то не понравился, я уже оттуда ушел, и буквально через месяц я нашел именно компанию. Привлекло меня там именно возможность карьерного роста и такой хороший, прям отличный коллектив. Вообще, меня привлекло именно возможность того, что я могу открыть свой собственный офис, а открыть я его хочу именно в Дагестане, так как их там пока нет, так сказать, стать первооткрывателем. Банально, дом, машина, финансовая независимость. Всего доброго, до свидания.